Смех самый здоровый. Он благоприятствует пищеварению, кровообращению и ободряет жизненные силы. Писатели говорили о том, что нужно оптимистом смеяться больше. Веселье – это небо, под которым цветет все, кроме злобы. Юмор – большая сила. Ничто так не сближает людей, как хороший и безобидный смех. Без юмора живут только глупые, сказал Причкин. Веселому весь мир веселым зрится, Гёте сказал. Поражение великих писателей. Еще мне давали фотографии. А уже Арончика разворачивался. Вот я. Такие альбомы потрясающие, где вы на том доме. И такой, а? Лучше компьютер есть компьютер. А все, я не помню. Ну такие смешные. У нас есть своя. Ну как вот 3 года. Да. 3 года. А это... А, где мама одета? Посмотри, как одета. А, вот, Зоя, посмотри, как он красивый. Да. Ну, посмотри, как одета вообще. Ханорик, как жизнь? Как жизнь? А? Скажи мне, что ты запомнил, когда прилетел? Ничего. Не помнишь, как ты прилетел в аэропорт? Настя! Ты волновалась, Зоя? He's moving back to Cincinnati because his wife is
This is beautiful. Yeah, I've got the Park City pictures. Do you have them? Yes. Матвей Водолом. Оливер. Сидеть. Молодец, Оливер. Ох, хороший. Они сами делали синагоги в отцу. Они мололи зерна, делали синагоги. А что же они в отцу делали? Да, я хотел тебя спросить. А прям синагоги? Это в Дюке Федерации. А кто учил? А кто учил? Рабай это учил. Пока, папусик. Пока. Все, пока.